Выставка для тех, кто все еще играет в куклы. Эксклюзивные образцы, авторские куклы из фарфора, винила и папье-маше. У каждой свой неповторимый образ и своя история. Всего 50 работ лучших художников России. Не игрушки, а настоящие произведения искусства, о которых мечтают многие коллекционеры. В этом убедилась и Татьяна Пудова. Они по-детски непосредственны и очень эмоциональны. Мастер Елена Кузуб считает, что секрет красоты куклы заключается в эффектном платье. Идея для костюмов черпает в старом кино и живописи. Кстати, работы с текстилем больше свойственны именно российским художникам. Западные предпочитают фарфор и полимеры. Часто идут дело ткани антикварные, шелка антикварные, плюши, бархаты. Они выглядят дороже. Она не как вот только что наряженная в новье вот этот вот манекенчик, она выглядит, как будто у нее уже есть какая-то своя история, как будто она свою там кофточку уже поносила. На выставке представлено 50 работ 13 художников. Куклы Алисы Яманской можно узнать по глазам, они написаны акрилом. Выглядят как живые. Куклы Татьяны Завальской на шарнирах, как будто делались по анатомическому атласу. До такой степени соблюдены все пропорции. Каждая кукла имеет не только имя, но также какую-нибудь историю, сочиненную художником. Впрочем, каждый зритель может придумать свою, но обязательно со счастливым концом, как это всегда бывает в сказках. Мастера уверяют, кукла существует столько же, сколько и человек. Сначала они использовались в религиозных культах, в Древнем Египте служили манекенами для демонстрации одежды и только в начале 20 века приобрели самостоятельное художественное значение. Возродил Эдгар Дега, французский импрессионист. Он первый одел свою балерину в настоящую пачку, и это считается началом истории авторской куклы. Кроме выставки, посетителей ждет еще и мастер-класс. Каждый желающий сможет изготовить куклу своей мечты, естественно, под руководством опытных наставников. Татьяна Пудова, Алексей Вельмискин, Новости губернии.